из другой культуры, но вы так гостеприимно встретили нас. And we want to thank you for that. И мы хотим поблагодарить вас за это. We really like the food. Нам на самом деле нравилась пища. I don't know who all to thank for it. Я не знаю, кого благодарить, но я очень благодарен за пищу, за приготовление пищи. I know that my wife is going to look at me and measure my waist whenever I get home. Я думаю, что когда я приеду домой, моя жена посмотрит на меня и начнет мерить меня вокруг пояса. And I'm going to blame it on some of those people back there. И я буду обвинять кого-то из тех людей, которые там сзади находятся. So you get ready to hear from my wife. Поэтому будьте готовы, приготовьтесь там сзади, кто готовил пищу, чтобы услышать от моей жены. I just want to talk to you about the body of Christ again. Я хочу с вами поговорить о теле Мессии. Sort of to wind up whatever we started yesterday evening. Ну, чтобы завершить то, что о чем мы говорили вчера вечером. You know, I think that we sometimes miss what it means to be a part of the body. Вы знаете, что иногда мы упускаем, что означает быть телом Мессии. But not just a part, we are the body of Christ. И мы не просто часть тела Мессии. Sometimes whenever we get saved, we come out of such necessity for our personal lives. Когда мы приходим к Господу, мы приходим из нужды, что нам так нужен Бог. And we get oriented toward having our needs met. И мы сориентированы на то, чтобы наши нужды были усмотрены в тот момент. And we unintentionally become a little self-centered in our relationship to the body of Christ. И мы можем быть такими самолюбивыми, акцентируя внимание на себе, а не на теле Мессии. But what the Lord is wanting to do is to develop a mentality that we are His body. Но Господь хочет, чтобы мы выработали менталитет и зная то, что мы все составляем одно тело. We're to have a respect for the body of Christ around the world, the universal body. Чтобы мы уважали тело Мессии по всему миру. But that universal body is expressed through local congregations. Но это вселенская церковь, она выражается через поместную церковь. So in that sense, you are the body of Christ. И в этом смысле вы являетесь телом Мессии. We belong to that. И мы принадлежим этому. Мы принадлежим местной группе. And one of the needs of every individual is to belong. И одна из нужд самых больших человека — это принадлежать. God wants us to belong. Бог хочет, чтобы мы принадлежали. He made us to belong. Он сотворил нас, чтобы мы принадлежали. It's the devil that wants to make us as individualistic. Это дьявол хочет, чтобы мы были индивидуумами. To say we are loners. Чтобы сказать, что я сам по we себе don't need и мне никого не нужно. We're just independent. Я независимый. But we are made to be interdependent. Но мы сотворены, чтобы были созависимы. To be part of a body. Чтобы быть частью тела. When this really dawned on me, it was several years ago. Когда несколько лет назад это на самом деле так просветлело во мне. When I was reading through the book of Acts. Когда я читал книгу «Деяния апостолов». And I hit the part about Paul's conversion experience. И я прочитал то место, когда апостол Павел встретился I believe it is, с Богом. Acts chapter 9. Я верю, что это «Деяния 9 глава». Maybe it's, yes, it's Acts chapter 9. «Деяния 9 глава». And verse 4 and 5. 4 и 5 стих. He said, then he fell to the ground. This was Paul on the way to Damascus. Это Павел, который направлялся в Дамаск. Because he heard a voice saying to him. И он услышал голос, который говорил ему. Saul, Saul, why are you persecuting me? Он услышал говорящий голос. Савл, Савл, что ты гонишь меня? And he said, who are you, Lord? А он сказал, кто ты, Господи? And the Lord said to him, I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads. А он Господь сказал: "Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожнам". I remember thinking how personal Jesus took it when Paul persecuted the believers. Я помню, как коснулось это Иисуса, когда Павел гнал церковь. That was Paul's responsibility. Это было прошу прощения, как Павел, он очень тщательно делал свою работу, когда он преследовал верующих, потому что это была его работа. Это была его работа, ответственность ловить верующих и сажать их в тюрьму.
He was about to do it again. И когда он направлялся в Дамаск, он направлялся делать то же самое. And he said, "Who are you?" И он сказал, кто ты? He said, "I'm Jesus, whom you're persecuting." Я Иисус, которого ты гонишь. But Jesus had already been crucified, buried, and resurrected. Но Иешуа в то время был уже распят. He was ascended by the right hand of the Father. И уже был погребен, воскресшим и уже вошедшим к Отцу. This was years before. Это было несколько лет до этого. And now he's saying, "You're persecuting me." Но теперь он говорит, ты меня преследуешь. And then it started something in my mind and in my heart. И тогда, когда я читал это, что-то произошло в моем разуме. That we are his body. Что мы есть его тело. The first part of Ephesians, and we're going to look at Ephesians. Первая часть книги Ефесянам, и мы сейчас посмотрим. The first part of Ephesians, and look at chapter 4. Посмотрите, четвертая глава Ефесянам. And you will notice that the first few verses, 1 through 6, и вы заметите, что первые стихи с 1 по 6 стих has to do with the body of Christ. Это касается тела Мессии. It has to do with our unity. И это вопрос состоит в единстве. But then verse 7 addresses the individual. А с 7 стиха относится этот стих к каждому человеку отдельно. And in the rest of the chapter, there's basically three things that Paul says that the believer needs to receive. И остальная часть главы описывается, что должен делать верующий. You see, Paul saw the church. He saw the body. Видите ли, Павел видел церковь. Он видел тело. And the body can be described like an army. И тело может быть описать как армию. Like the army of Israel. Как армию Израиля. Who crossed the Jordan. Которая переходила реку Иордан. As the whole army went. И как вся армия шла, so did each individual. В то время она шла, каждый человек отдельно шел. As the army made advances, so did each individual. Как армия двигалась, так и люди двигались. We're not so как она продвигалась, и люди продвигались. We're not so individualistic that we can be lone rangers. И мы не настолько независимы, чтобы быть как эти одинокие рейнджеры. Even though we're in unity, as individuals, we're diverse. И даже хотя мы и независимые, но все равно мы все разные. But in our differences, we are still one body of Christ. Но с нашими различиями мы все равно составляем одно единое целое. And if we are going to mature as individuals, и если мы хотим быть зрелыми, and if we're going to mature as the body of Christ, как личность каждый человек и находиться в теле Мессии, then we're going to have to begin to receive what the Word of God says that we're to receive. Тогда нам нужно принимать то, что Слово говорит, чтобы мы принимали. And in the rest of this chapter, Paul says that we need to receive three things. И остаток этой главы говорит о том, что есть три вещи, которые нам нужно принять. And those are three things that I want to leave with you. И эти три вещи я хочу оставить вас с этим. Now, what does it mean to receive? Что означает принять? It means to believe that something is true and valid. Верить то, что есть истина, достоверно. It means that you will receive it. Это означает, что вы примете the way it is given. Таким образом, которым вам дано. If you pay for something, если вы заплатили за что-то, and then they hand it to you, и тогда они отдают вам, you receive possession of it. Вы получаете то, что приобрели. It is yours. И это ваше. If they say this is a gift, если они говорят, что это дар, and you believe that they mean it, и вы верите, что они имеют в виду дать на самом деле, you receive it, тогда вы принимаете. It's yours. И это уже ваше. You believe the truth of it. Вы поверили в истину. And you accept it. И вы приняли это. Приняли как дар. I have a little booklet here. У меня маленькая книга здесь. That is very useful. И для она я ее использую. For a worshipper. Для она очень полезна для поклонника, который кто хочет знать Бога или кто ищет знать Бога. Эта книга очень полезная для него. It is entitled Worship in His Presence. Она называется «Поклонение в Его присутствии». Basileia Schlink. Some of you may have heard of her. Может быть, вы слышали. Ее зовут a beautiful woman of God, Basileia Schlink. Schlink. Whatever. Yes. Now, for someone who can read English,
те из вас, кто умеет читать по-английски, and you would like to know more about the nature of God, и вы хотите узнать природу Бога, if you want this, just, если вы хотите эту книгу, first one to stand up, первый, который встанет, сейчас получит книгу. I saw it, right? Вот там сзади, Ника, подойди. And you can read it in English? А ты читаешь по-английски? All right. Тогда там твоя. I put you a note in the front of it. И я даже подписал эту книгу там впереди, прочитай. Now, I think with today's situation, that the next gift is that я думаю, что сегодняшнюю ситуацию, если мы будем рассматривать, anyone can use it. Любой человек может использовать. I think I'm going to choose someone this time. И я думаю, что сейчас я выберу кого-то сейчас. Because it could be anyone here. Потому что может быть любой человек. But I have $20 American dollars. Но у меня сейчас $20, 20 американских долларов. And I'm going to choose someone. И я буду сейчас, я выберу человека сейчас. To give it to. And you'll have to receive it. И вы должны I'm принять. Gonna choose you. Я хочу тебя использовать. Will you receive this? Примешь это? As a free gift from me. Как дар, как подарок от меня. Okay, you're welcome. Thank you. Now, we've had two examples of receiving, giving and receiving. Мы только что увидели два примера, как давать и как принимать. Let me ask you a question. Я хочу вас спросить. Are you going to have to pay me back? А ты должна отплатить мне назад? Or was that a free gift? Или это был бесплатный дар? It's free. No, it's a free gift. It's a free gift. You don't pay me back. Но ты ничем не должна мне платить okay. назад. The book. Where's the book lady? The book lady. Are you going to have to книга. Give that back to me? Or did I give it to you? Я тебе дал или ты должна мне что-то заплатить? Как ты считаешь? Ты мне чем-то обязана сейчас? I gave it to you, didn't I? Я тебе дал, да? You see, this is Видите? This is the problem. Вот проблема. I honor you very much. Я почитаю тебя очень сильно. But we receive a free gift from God. Но когда мы получаем от Бога бесплатный дар. And it's hard for us to believe it. Очень тяжело поверить. God said, "Listen, I am giving you the gift Бог of life." Бог говорит, что я тебе даю подарок, это жизнь вечная. I'm giving you the gift of righteousness. Я тебе даю дар праведности. I have placed you in my body. И я поместил тебя в мое тело. I don't want you to pay me back. И ты не обязан мне платить назад. Я не This хочу, чтобы ты мне заплатил. This is the favor of God. Это благоволение Божье. It's the grace of God. Это благодать Божья. It's free. Она бесплатна. You got it? Поняли? You understand? Понимаете, okay. да? All right. Now then, this is what Paul is saying. Вот что Павел говорит. Look with me in chapter 4. В 4 главе. And verse number 7. 7 стих. Where he speaks about the individual for a moment. Там, где он говорит о человеке. To each one of us, grace was given according to the measure of Christ's gift. Каждому из нас дана благодать по мере дара Мессии. Now, grace is God's favor. Вы знаете, что благодать имеет благоволение. And it's given to us in a measure of Christ's gift. И она дана мерою. I believe that every single one of us has a gift. И я верю, что каждый из нас имеет дар. But the measure is where we get confused. Но мера — это вот то место, где я сам вхожу в замешательство. Because in the world we're so accustomed to comparing ourselves with other people. Потому что в мире мы любим сравнивать себя с другими людьми. And oftentimes we have a tendency to put ourselves down. И очень часто у нас есть тенденция опускать себя. And we want to think that everyone else has the better gift. И мы можем думать, что другой имеет лучший дар, чем я. But that is not the case. Но это не случай. Это не тот случай. This is a measure. Потому что это есть мера. And in the language, in the Greek language, и в греческом языке, it has to do with a measuring stick. Это имеет в виду измерительная палка. Or a measuring cup, you know, with или, increments on it. Или чаша измерительная. See, we think of big cups and little cups. Мы думаем о больших чашках и маленьких чашках. Someone's got a big cup.
кто-то имеет большую чашу, а у меня такая маленькая чаша. Но это не это означает. Это означает, что каждый имеет меру определенную дара Мессии. Представьте себе ноту, которая в песнях. Think of it as you are a note. И представьте себе, что вы та нота. And you have to have the note to make the song. И для того, чтобы песня звучала, нужны ноты, чтобы звучать. Представьте, как оно будет выглядеть, если там нужно будет 1000 с чем-то нот. And 20 of them were missing. А 20 нот не хватает. It wouldn't sound отсутствует. Right. Это означает, что звук не будет точный. Every one of you are a note. И каждый из вас составляет ноту. You're a note in the Вы kingdom нота of God. В Царстве Божьем. A note in the body of Вы Christ. Нота в теле Мессии. There is no other note like И нету yours. Другой ноты, подобной тебе. Whatever congregation you go to, И в какую бы общину вы ни пошли, you are a note that's вы needed. Та нота, которую можно прочитать. Your local church, your local congregation will cannot ваша местная церковь, ваша поместная община, она не сможет быть такой без вас. You are significant. Вы очень важны. When I was growing up, I would go fishing in the country. I lived in the country. Я жил в деревне, и я любил ходить удить рыбу. And I would go to a small stream. И я ходил к источникам, таким маленьким. And to my amazement, there was already a boat there. И к моему удивлению, там была лодка. It would hold about three people. И в этой лодке можно было поместить 3 человека. But it had a flat bottom on it. И была такая плоское дно. Any of you guys know what a flat bottom boat is? Мужчины знают, что означает плоское дно в лодке? Кто из вас видел? Any of you know? Знаете? It's the kind of boat that doesn't have a keel. Это такая лодка, которая не имеет just a flat bottom. Килю. Yeah. And so I found out that my father-in-law built it when he was a young man. И я узнал, что эту лодку построил мой свёкор. So it was an old boat. И это была старая лодка. And I remember one day I was out fishing for unclean fish, catfish. И один раз я пошел удить рыбу, сом. And I was looking at the bottom of the boat. И я посмотрел на дно лодки. I thought this is old. И я подумал, ой, какая старая лодка. There was a piece of board here that was shaped short and. Там был кусочек дерева, который прибит. Another one was a long board. И потом другой более длинный кусочек доски. One of them доски. Looked unpainted. А другой кусочек был не покрашен. Кто же построил эту лодку? Они использовали столько много маленьких всяких досочек. But as I was looking at it, I thought, you know, I'd like to replace one of these boards. Но как больше я смотрел на эту лодку, я подумал, я хочу переделать, отремонтировать эту лодку. What is wrong with that idea? А что не так с этой идеей, как вы думаете? I'm out in the water. Я в воде нахожусь. And no matter which board I pull up, и независимо, какую бы досочку я не вырвал, the boat's gonna sink. Эта лодка, она начала тонуть. And that's the way we are in the body. И вот таким образом мы являемся в теле. Every one of us is needed, like the boards in мы that все bottom необходимы of that boat. Друг другу, как эти досочки, которые so находятся в этой лодке. You have to receive this idea. Поэтому вы должны принять эту идею. Так же самое, как я дал вам подарок. Вы должны принять, что вы, каждый, очень важен. Вы есть дар. И вы та нота, которая очень необходима. И каждый раз, когда вы не чувствуете таким образом, the devil will get the victory. Дьявол будет побеждать. We have to keep that attitude that God has made us. И нам необходимо иметь это отношение, что Бог сотворил нас. The second thing we need to receive. Таким образом, следующее, что мы нам необходимо принять. Starts with verse 8. С 8 стиха. Therefore he says. Посему и сказано. When he ascended on high, he led captivity captive and gave gifts to men. Вошел на высоту, пленил плен и дал дары человеком. In other words, what he's saying is that
Jesus Christ won the victory when he went into the grave. Другими словами, здесь сказано о том, что Иешуа Мессия, он победил тогда, когда он спустился в могилу. He defeated Satan. И he ascended to the right hand of God. Он победил дьявола, он поднялся к Богу. And he is seated there. И он сейчас там находится. But he gave gifts to men. И, но он также дал дары людям. What gifts were they? Какие же эти дары? They were Christ's gift. Это дары Христовы. What was Jesus? Кто был Иисус? What was his function? What was his life? Какая была его функция? Jesus was an apostle. В чем состояла его жизнь? Do you believe he was an apostle? Вы верите, что Иешуа был апостолом? How many of you believe Jesus Сколько из вас was an верят, что Иешуа был апостолом? He was sent from God. Он был That's послан the definition. Богом. Это была его первоочередная задача. How many of you believe Jesus was a prophet? Сколько из вас верит, что Иешуа был пророком? How many of you believe Jesus Christ was an evangelist? Сколько из вас верит, что Иешуа был евангелистом? How many of you believe Jesus Christ was a pastor? Сколько из вас верит, что Иешуа был пастырем? How many of you believe he was a teacher? Сколько из вас верят, что он был учителем? Видите, это дары. These gifts. Это дары. Jesus divided up. Это Иешуа, он разделил эти дары. And he gave these gifts to the body of Christ. И он дал эти дары телу Мессии. So he gave some apostles. И он дал некоторым апостольство, некоторым пророчество, некоторым евангелизм, другим быть пастырями и учителями. But he gave the men and the women as gifts. Он дал это мужчинам и женщинам как дар. They're gifts to you. И это как подарок тебе. You have a pastor. У тебя есть пастырь. Called of God. Это или если у тебя призвание пастырства, значит это призыв от Бога. Или быть раввином, это призвание от Бога. Это дар от Бога для тебя. Jesus has given him to you. Иешуа дал тебе это. You got a prophet. И у тебя есть пророк. You got a teacher. У тебя есть учитель. Roger was given to us. Роджер был дан нам Иешуа Мессией. Он учитель в теле Мессии. Сколько из вас знают об этом? И он действует великолепным образом. Но нам необходимо принять его. Вам необходимо принять вашего раввина. Вам необходимо принять вашего пастыря. И если мы это не делаем, они никогда ничего не будут означать для вас или значить. Потому что вам сначала нужно поверить, а потом принять. Есть один человек, который описывает и раскрывает вот эти пять служений. Первый человек, который я когда-либо слышал, как он описывал, раскрывал, это Джон Остин. Вы знаете его, он уже с Господом. Он говорит, что пятигранное служение — это как рука. Первое — это апостол. The thumb establishes, он устанавливает, and it holds on to things. И он придерживает вещи. So how can you hold on to the word of God? Как чтобы ты придерживался слова Божьего? Except it be imparted by a pastor. И как ты можешь держаться слова Божьего, если доктринально апостол не будет устанавливать через слово Божье? Например. Breakaway. Он говорит, попытайся вырваться от меня. Okay. Now then, I'm not going to use my thumb. Okay. Я использовал палец, а теперь, говорит, я не буду использовать. Очень легко. See, that's what the function of apostle is. Did that hurt? I'm sorry. It's good. Thank her anyway. Okay. But this is, they say, he said was the prophet. Но вот говорит, что этот палец представляет пророк. They can get pretty specific. И они могут быть достаточно такими точными. The pointing finger. И это палец указатель, который указывает на все. Сколько из вас love the ministry of the prophet? Сколько вам нравится служение пророка? I do, don't you? Мне нравится, а вам нравится, когда вам пророчествуют? And he said this middle finger and my hand's crazy. И вот это средний палец. This is the longest finger of the hand. Говорит, у моя рука, говорит, у меня очень странная рука, говорит, будет использовать мою руку. It extends the hand. Говорит, вот этот средний палец самый длинный. And that's the evangelist. И это евангелист представляет евангелист. This finger is the ring finger. Это означает кольцо, кольцевой палец.
Oftentimes it's used for marriage to. Очень часто используется для брачного кольца. To indicate love in the heart. Что означает любовь в сердце. That's a pastor. Это пастырь. Означает пастырь. This finger, see how small it is? А это видите, какой маленький пальчик? He said this is a teacher. А это означает учитель. Because it's the only one you can get in your ear. Потому что только один, только он может вместиться в ухо. Now, here's the thing. The church has been made to believe that these gifts are hierarchical. They're controlling gifts. Церковь имеет представление, в общем-то, что пятигранное служение — это как властвующий орган. These are gifts from Christ. Но эти дары, они даны Мессией. Jesus didn't say that he had come to be served. Иешуа не сказал, что он пришел на землю, чтобы ему служили. He said, I came to serve. Он сказал, что я пришел служить. These gifts are servant gifts. И эти дары, чтобы служить. They're for mending, they're for equipping. Они для того, чтобы снаряжать. Let's look at the rest of this verse. И давайте дальше прочитаем. After, look at verse 12. 12 стих. For the equipping of the saints. К совершению святых. For the work of the ministry. На дело служения. For the edifying, the building up of the body of Christ. Для созидания тела Христова. So what are the fivefold supposed to do? И что пятигранное служение должно делать? Equip. Снаряжать. The equip is a word that you would get from mending the net. Слово снаряжать это то же самое. Предоставлять все необходимое, чтобы улов сделать. Когда рыбаки собирали сеть, и они связывали сеть, это используется то же самое слово, что они снаряжались. Это означает, что они, когда они поправляли эти узелки, это означает, что сделать так, чтобы было правильно использовано. So Christ's gift, the gifts of apostle, the fivefold gifts, they look out over the body. И дары пятигранного служения, они даны для того, чтобы наблюдать, надзирать над телом. How can Jesus and the Holy Spirit use this person? Как может Иешуа и Дух Святой использовать этого человека? Как они могут быть восстановлены для того, чтобы быть правильно использованы? И они учат, и они снаряжают, обучают. И тогда они высвобождают людей. Но они должны быть принятыми. И когда мы принимаем, тогда награда приходит как результат. Don't turn there, but in Matthew chapter 10, verse 41, Матфея, 10 глава, 41 стих, it says, whoever receives a prophet, говорит, что всякий принимающий пророка in the name of a prophet, во имя пророка receives a prophet's получит reward. Награду пророка. Whoever receives a righteous man, всякий принимающий праведника во имя праведника получит награду праведника. И мы не можем принять решение, нравится нам их, как они выглядят или нет. Я не хочу полного пастыря. I don't want an apostle with his hair all messed up. Я не хочу апостола, у которого волосы что-то с ними все не так и некрасиво выглядят волосы его. Но это не мы, те люди, мы не в той позиции, чтобы решать, как должны выглядеть люди. Может быть, нам не нравится личность или темперамент. Но если мы не примем, тогда мы не сможем получить в полноте то, что Бог имеет. Мужья должны принять своих жен. Жены должны принять своих мужей. You know, знаете, что это означает? Это означает, что вы верите, что этот человек, он подарок от Бога для тебя.
You might not like that idea. Может быть, вам не нравится эта идея. But God knows what He's doing. Но Бог знает, что Он делает. And I look at my wife and I say, "Honey, you are God's perfect gift to me." Я смотрю на жену свою и говорю, милая, ты совершенный Божий подарок для меня. I did that one time and I said, "Now tell me the same thing." А потом я это сказал один раз, а потом я говорю, а теперь ты скажи это мне. Come on now, come on. Ну давай, давай. Tell me. Теперь ты, твоя очередь. Она просто так стояла и смотрела на меня. Then a big grin came out on her face. А потом она так широко улыбнулась okay, мне. You're God's perfect gift to me. И она говорит, ну хорошо, ты совершенный дар от Бога для меня. I said, big deal. Thank Я you. Говорю, это очень важно, классно, спасибо. Спасибо большое. Okay. We understand. This is the second thing. First, we have to receive our individual gift. Мы теперь это понимаем, да, что мы принимаем, мы дар, и мы принимаем дар. Then we receive the fivefold. И когда мы принимаем пятигранное, our equipping. Для того, чтобы снаряжать. I taught yesterday morning. Remember on the priest. Вчера утром я говорил о священниках, пророках и царях. And I talked about as we minister to the Lord. И мы, я говорила о том, что когда мы поклоняемся Господу, служим Господу, we receive a word from God. Тогда мы принимаем слово от Бога. That has to be stewarded. И это должно быть подпитано, правильно подпитано. И взращено. Мы не можем сказать, мы не можем просто так ниоткуда. Прийти и сказать, вот это то, что я верю, no. вот это то, что Бог мне сказал, we're, и вот так вот no. говорить, что приходит. Но мы служим Господу. И мы верим, что Бог сказал что-то в наше сердце. Но нам нужно подтверждение. Мы идем в Слово Божье. И мы идем в это пятигранное служение. Что на самом деле ли Бог это так говорит? И тогда мы будем двигаться вместе вперед, как тело. Prophet and king. Когда я сказал вчера священники, пророки и цари, я не говорю о позициях. I'm talking about simply the function of God's Spirit inside of us. Я говорил о функции Божьего Духа в нашем сердце. And how God accomplishes His will through us. И как Бог достигает свою волю через нас. But we need to receive the gifts that God has given us. Но нам необходимо принять дары, которые Бог дает нам. And we need to submit ourselves one unto another. И мы должны подчинить себя, быть подотчетными друг другу. Yeah, and do that in the Spirit of Christ. И это делая мы должны делать в духе Мессии. И последнее, что нам необходимо принять. Заметьте, в стихе 15. Но истинной с любовью мы можем расти во всех вещах в Того, кто есть Глава Христа. Все возвращали в Того, Который есть Глава Мессия, из Которого все тело, составляемое и совокупляемо посредством взаимно всяких, взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя и в любви. I'm и я хочу закончить этими словами. Пожалуйста, обратите внимание на то, что я буду говорить. Потому что очень важно, чтобы тело Мессии было здоровое. We've got to quit this an individual. I'm speaking to you in love. Я сейчас говорю вам с любовью. We've got to quit this individual. Нам нужно снарядить вот это независимое чувство каждого человека. Sure, you're an individual. Что да, ты отдельная личность. You have your own personality. У тебя личный, у тебя собственный темперамент. You have your own gifting. И у тебя дар особенный. There's no one like you, God. И нет другого подобного тебе. No one else in the world. И нет другого такого, как ты во всем мире.
And you're supposed to be an individual. И ты должен быть. But you also need to belong. Личностью. And have interpersonal relationships. И чтобы входить в взаимоотношения. It's safe for us. И это безопасное место для нас. Это чтобы мы были здоровыми. Мы любим друг друга. And we can grow together. Чтобы мы росли вместе. As the family of God. Как семья Божья. And that's what I'm talking about. Вот об этом я говорю. Then we need each other. И потом, чтобы расти и чтобы быть безопасно, нам нужно иметь отношения друг с другом. И пятигранное служение – это дар для нас, и нам нужно также принять эти служения для нас. И все остальные тоже являются даром для нас. И нам необходимо принять других людей. Матфея 13 глава. Jesus went back to his hometown Nazareth. Иисус пошел в свой город Назарет. They would not honor him. И там его не почтили. And because they didn't honor him. И потому что его из-за того, что его не почтили там. He could do no mighty works. Он не мог делать великие дела там. If a person has a gift of healing. И если у человека есть дар исцеления. And in your congregation. В вашей общине. And you need to be healed. И вам необходимо исцеление. But you won't receive that person. Но вы не будете принимать этого человека. Then you may not get healed. И тогда возможно, что вы не будете исцелены. Because you won't go to that person for prayer. Потому что вы не пойдете к тому человеку, чтобы он помолился за вас. We have to receive one another. Нам необходимо принять друг друга. And the gifts they have. И дары, которые I didn't realize it, but которые имеют. For many years, but my daughter. Много лет назад я не осознавал, что моя дочь. Я вам не скажу, сколько лет. Не, я вам скажу. Нет, не скажу. Ей 53 года. But she's still my little daughter. Но она маленькая моя девочка. Понимаете? When she was younger, когда она была молоденькая девочка, I realized she had this gift of inner healing. Я осознал, что у нее есть дар исцеления. That when I would get down and you know and I get wounded by someone. И вы знаете, когда у меня было плохое настроение или кто-то меня обижал, I would go to her and ask her to pray for me. Я шел к ней и я просил, чтобы она за меня помолилась. She was 11, 10 years old. А ей было 10-11 лет. And she'd lay hands on me. Она возлагала руки на меня. My little 10-year-old daughter. Моя 10-летняя девочка. And she'd begin to pray for daddy. И она начинала молиться за своего папочку. Oh, such healing. Представляете, какое исцеление. And sometimes we look at the body and we say, и иногда мы смотрим на тело. I know that и мы думаем, я же знаю этого человека. See, that's what they said about Jesus. Вы знаете, это то же самое они сказали о Иисусе в Назарете. Oh, we know him. Oh, мы же знаем его. He's Joseph's boy. Он же сын Иосифа. We know his brothers and sisters. Мы знаем его братьев и сестер. And they got over familiar with him. И они из-за того, что они знали его и фамильярно относились к нему. And because they wouldn't receive him. И они не принимали его. He couldn't do any works. И из-за того, что они не принимали его, он не мог сделать when чудес. We receive someone, но когда мы принимаем кого-то, we put a demand on the gift that is in them. Тогда мы ожидаем, что мы получим что-то от того дара, который в нем. And you may be putting a demand on a gift in someone they've never done it before. И может быть вы ожидаете от кого-то что-то получить от дара, которого у того в том человеке нету этого дара. Может быть вам нужно посоветоваться с кем-то. Или вам нужен совет. And you can go to someone in the body of Christ. И вы можете пойти в тело Мессии. And get some advice from them. И получить совет, потому что вы принимаете их. Нам необходимо почтить друг друга. Нам необходимо созидать друг друга. Нам необходимо воздавать славу
Богу друг за друга. We need to let one another know how much we appreciate each other. Нам необходимо давать друг другу знать, насколько мы благодарны и ценим друг друга. Some people are afraid it'll go to their heads and make pride. Я знаю, что некоторые не говорят, потому что думают, что если они будут говорить, то возгордятся. That is not our responsibility. Но это не наша ответственность так думать. That's their responsibility. Это их ответственность. Our responsibility is to honor one another. Почтить друг друга. Receive each other. Принять друг друга. Brag on one another. Хвалить друг друга. Make one another feel good. Чтобы it's okay. Говоря друг другу хорошее друг другу, чтобы мы чувствовали хорошо, потому что мы тело, мы семья. Мы строим друг друга, созидаем. И давайте будем сильны как тело. Вместо того, чтобы быть личностью, индивидуальностью, это let's be a we. Давайте будем мы, а не я. It's us. Нас, а не просто я один, но я часть тебя. Слава Богу! И в то время, когда мы будем идти вперед, я буду идти вперед только с тобой. Понимаете? Это зрелость. Мы будем идти достигать зрелости. Как мы это будем делать? Нам необходимо все тело Мессии. Я хочу сейчас молиться за конкретных людей. Если ты здесь, и ты чувствуешь, что ты ничего не значишь, я хочу, чтобы вы встали сейчас, там, где вы находитесь. Это дух. И мы больше не будем соглашаться с этим. Дьявол хочет осуждать вас. Дьявол хочет, чтобы вы думали, что вы меньше, чем вы на самом деле есть. Что Он послал Иешуа ради тебя, чтобы ты чувствовал, чтобы ты знал, что ты ценен. И во имя Иешуа я приказываю, и я освобожу тебя. И если ты чувствуешь, что ты недостоин, я разрушу это над тобой во имя и силы Иешуа Мессии. Вы готовы? Поднимите руки. Поднимите руки Господу. Отец, во имя Иешуа, я беру власть во имя Твое. Я беру власть и властью крови Твоей и через власть Слова Твоего. И каждый человек, который встал, Отец, Ты знаешь их и где они находятся. И Дух Святой, я прошу, чтобы Ты сейчас пошел и дал им знать о том, что Твоя работа в их жизни. И я разрушаю всякую стратегию сатаны. Я разрушаю вот этот дух недостоинства. И я приказываю оставить каждого. Дух осуждения. Я противостою тебе именем Господа Иешуа Мессии. И я приказываю оставить, уходи. Отпусти каждого человека сейчас и уходи прочь. И да наполнится они силой Духа Святого. И пусть они увидят настоящую ценность от твоими глазами, Отец, который настолько сильно возлюбил, что Ты послал своего единственного Сына, и они достойны. Ты достоин. Пусть Бог благословит тебя во имя Иешуа. А теперь повернитесь к кому-то и скажите: верою я свободен от этого недостоинства. Скажите, повернитесь к соседу. А теперь давайте все вместе встанем. Давайте все вместе встанем. Blessed be the name of the Lord. Пусть Господне имя будет благословенно. Blessed be the name of the Lord. Да благословен будет имя Божье.